Подходите, пожалуйста. Эх, ребят. Я рожаю, доктор. Доктор, я рожаю. Ты дурил? Я рожаю. Там. У меня сейчас будет воды. Да, короче, я не могу терпеть. Ребята, пишите в комментариях, как пишется по-английскому «я рожаю». Что делать? Возьми меня. Ребята, я тут пока буду разбираться тут всеми. Сейчас напишу. Там бабушка и дедушка фоткаются. Ребята, в детском саду фоткаются. Да. Лучше сюда. Ребят! Да, чего надо? А можно в другую сторону? А можно? Да, сюда. Ты правильно идешь. Нет, ты не правильно. Ладно. Ребята, я рожаю. О, хорошо, что эту капельницу заметили. О, какие профили. Больно. Thank you.
Ну что буду делать? А, вы что? Да вы что на животик-то остаете? Все, я заснула. Девочку написать по-английскому. Либо они не английские, либо английские. Ну в кабинет меня можете отнести? Нет. Нет. У них голова не думает вообще. Такие красивые глазки. Ой, еще даже. Ой, она такая миленькая. Ее надо в кроватку положить. Где? Так. Нет. Нам надо на второй этаж. На третий. Все, я приеду. Третий, да. Так, а где такой кабинет? Где? А где такой кабинет? Нет. Ну где такой кабинет, где новорожденных ложат? Ребята? Мир, иди ко мне, мой зайчик. Ребята! Я решила, я стану врачом. Ребята, сейчас. Здесь очень много английских, очень много, очень. Даже больше 100. 200 здесь, наверное. Доктор. Я не могу выбрать цвет. Вот этот мой любимый цвет и вот этот. Ну, сегодня вот этот. Очередь. Может это? Да, все, вот это. Мне так. Эх,
Я роды принимаю по имени, приму как по имени Натаха. У врачей вот это есть. Знаете? Здесь издеваются. А, это психушка. Ребят, не обращайте этого. Ребята, сейчас будет кипиш. Буду сейчас над людьми издеваться. Ну кого-то там заметила. Нет, никого не было. Ребят, вы знаете, мне я уже проколола уши, и у меня болят, когда я прилаживаю. Придется терпеть, ребят. Ну я бы так. А, я просто бы терпела. Ну все. Ну пофиг было. Как раз ты мне нужна. Да. Саша. Я тоже Саша. Только она думает английская Саша. А сейчас я ее в психушку отнесу. Подвал это. Так. Малышка. Идем. Угу. Ты где? Ты где, ненагодяйка? Ах, ты-то какая? А? Я догоню ее. Ах ты. Ребят, мне надо где-то ее найти, но мне надо прощаться. Мне надо прощаться, и мы прощаемся на этом канале. Всем пока-пока-пока!